Все, погнали. Вот так вот, ребята, мы мобилизованные люди. Rusiyada səfərbərliklə orduya çağırılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşanların daha bir qrupu təminatsız qaldığından şikayətlənir. Perm vilayətindən səfərbər edilən və müharibəyə göndəriləcəyini gözləyənlər açıq havada yeməksiz qaldıqlarını və onlara heç bir əlavə məlumatın verilmədiyini deyir. Вот так вот, ребята, мы мобилизованные люди. Приехали, в поле выгрузили. Сжигаем костер, блядь. Да. Потихонечку разбираем. Разбираем это. Вот. Разговаривая с вами, блядь. Старший лейтенант медицинской службы запаса. Призвали по мобилизации. Всем привет. Что так записываешь? Все. Никто не ждет. Вот так вот сумки стоят, майданы. Очередь из автобуса. Обещаю, завтрашнему утру, блядь. Даже палатку с печкой не дали. Ночуйте в поле, и пофиг. Автобус уехал, никто никому не нужен. Сухпая не было. Спасибо, березники. Подъемных не было, ничего не было. Как стадо баранов загнали. Сами мобилизовываемся потихонечку. Выбираем старших, блядь, организовываемся в группу, блядь. Все.